Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 52-ю серию, да. Что мы будем делать в этой серии? В предыдущей серии мы уже немного говорили, что и как мы будем делать. Во-первых, я сделал уже наконец-то перехреначил уже вот эти болы, точнее части болов, и это капут. Тут у нас ровно получается, я еще вроде добил, я еще вроде стак железа потратил, чтобы доделать, знаете, полностью. У меня вроде тут было только 48 или где-то стак железных вот этих нижних частей, и я еще вроде один стак железа потратил, чтобы сделать еще два стака нижних частей. Сейчас даже посмотрю, ну вроде потратил, да, вот, вроде потратил. В бэкпаке у меня нету, да. Поэтому, ребята, смотрите, я все доделал, я все переделал. Тут, конечно, одного вот этого не хватает, дазбола, ну да ладно. Да твою нафиг. Короче, ребята, все, что нужно сейчас нам, это пойти и сделать. Конечно, нам еще тут стака вот этого не хватает. Сейчас, наверное, есть. Так, еще давайте вот это заберем. Чтобы, знаете, сразу три стака болов сделать, это нам хватит, я даже не знаю, насколько. А, нет, смотрите, какое, ребят, совпадение. Даже у нас есть вот тут один дастбол, поэтому ровно 64 получится. Только сначала это еще вот это пережарить нужно, потому что не хватит. Это сюда. Отлично, ребята. Поэтому у нас получится стак квикболов, стак дезболов. Хотя стак дезболов нам, в принципе, нахрен не нужен, потому что ночью мы не так... О, там боссы. Ночью мы не так часто ловим, но все же пускай будет. И стак левелболов, что, если честно, очень офигенно, потому что у нас есть грудон, который, в принципе, большой уровень, да? Я подумал, ну зачем нам... Я, кстати, пластл уже прокачал к 40-му, как я, в принципе, говорил, чтобы потом вам тоже не парить мозги, да, то, что мы опять пойдем пласта прокачивать. Что я еще хотел, ребята, сказать? Так, ну, да, ожидать то, что выпадет экспешер, конечно, нет смысла, но все же. Что я еще хотел вам сказать, ребят, что я еще исправил, точнее, что я еще добавил? Ну, сейчас давайте вот эту гулдин слоем, чтобы не отвлекаться. Точнее, не слоем, а хотя бы попадем, заразу, вот эту мелкую. Иди сюда, пожалуйста, пожалуйста. Ох, ребята. Чтобы попасть на вот эту хренотень плывучую, шуструю, это с ума сойти можно, честное слово. Так я же прямо в тебя попал. Наконец-то, я уже хотел уходить, потому что иди ты в жопу с такими выкидонами. Замечательно. Экспешер, пожалуйста! Да, размечтался. Поэтому, ребята, мы сделаем 3 стака болов. Ультрабол я решил наделать, потому что это, в принципе, затратно, да, там как один априкорн, получается, что один ультрабол. Например, если поставить 3 априкорна, да, то у нас получится вроде 3 ультрабол, 3 квикбола. Поэтому нам нужно где-то стак, да, где-то по полстака разных априконов, чтобы сделать себе... стак квикболов. А по сути, в другом... О, там шайни. Magikarp опять, да? А в другом смысле нам нужен... Нам нужно два стак... Нет, нам нужно три стака априкорнов, чтобы сделать один стак квикболов. Поэтому один... Точнее, поэтому пол стака априкорнов на стак квикболов или три стака априкорнов на один стак квикболов. Квикболы, конечно, крутые, но они затратные. Но квикболы это еще, ребята, лучше, если честно. Так, ну что, знаете, что мы, ребята, еще будем делать? Во-первых, наконец-то я добыл шерсть. О, точно, 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 точно. Так, ребята, мы делаем бэкпак, ну, да, я хотел идти, поэтому давайте быстренько вот это лишние вещи выложим и сделаем в этой серии, наконец-то, нафиг, большой бэкпак. Я, наверное, думаю, многие уже давно этого ждали, чтобы мы наконец-то сделали бэкпак. Вот, все, вот даже сейчас у нас загаженный инвентарь. Я еще шерсти немного добыл, немного кожи добыл, нити мы добыли в предыдущей серии, и, в принципе, больше ничего, да? Так, это еще нужно...
О, кстати, вот смотри, я тут делал. Тут у нас еще цветочек будет. Тут я диванчик сделал такой. И тут свинку, которую мы тоже сделали. Вроде так нормально. Ну что, ребята, что, потопали делать? Бэкпак. Как у нас делается большой бэкпак? Синенький. Ребят, давайте все-таки синенький сделаем. Ага, ну один лазурит нужно взять. Это, ага, то есть один, ну, 8 штук. А вот это кожа, понятно. Фух. То есть 8 штук вот этого нужно сделать, да? Что я хотел. 8 нафиг штук. Потом пережарить и потом сделать себе бэкпак. Наконец-то большой уже, да? Чтобы места хватало. Ну что, ребят, приступаем к этому. Это сюда. Ровно 8-8. Я надеюсь, тут у нас хватит. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ух, я надеюсь, хватит, да? Так. 8. Хватит, конечно, хватит. 8. Еще немного даже осталось. Ну, как раз перестраховались. Сейчас, ребята, быстренько вот это жарим. И потом делаем бэкпак себе. Тут что у нас? Тут уже, в принципе, хватит. Ну что, ребята, приступаем. Пока это жарится, мы делаем себе боулы. Стак. 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 Фу! Стак даскболов, ребята. Охренеть. Дальше. Дальше. Это сюда. Это сюда. Фу! Стак квикболов нафиг. Фу! Так, давайте еще сейчас тут у нас хватит. Тут у нас хватит. Еще немного. Еще 4 вроде. Или сколько там не хватает. Сейчас мы быстренько. Да, в принципе, уже хватит. Так. Ну что, ребята, последний стак. Последний нафиг. Ой, не куда я нафиг ставлю? Хотя, в принципе, там тоже можно, но все же. Где? Это сюда. Это сюда. Это сюда. Последний стак. Фу. Ребята, давайте посмотрим. В данный момент у нас есть короче, есть дайвболов, которые, в принципе, нормально, потому что стак дайвболов нету смысла делать. Мы столько водных не слоем, сколько дайвболов. Есть, наверное, если сделать стак дайвболов, то, наверное, столько даже водных покемонов нету, чтобы всех словить. Ну, хотя, не знаю. Дальше у нас стак даскболов, нафиг. Стак левелболов, которых, в принципе, нам уже, наверное, хватит, чтобы всех словить. Потом два мастербола, два паркбола, что можно сказать, 4 мастербола. И стак квикболов, которые, по сути, тоже очень сильные. И ловят тоже нормально. Ребята, это капут. Вот сейчас, именно сейчас уже начинается большая охота. Потому что вы видите, с таким количеством нападаю уже, ладно. С таким количеством нафиг болов мы, походу, всех ловить будем. Так, пережарилось, ребята. Ну что, приступаем. Большой бэкпак. Фу, уже можно сделать. Ну что, бабам, ребята. Поздравляю всех с большим бэкпаком. Фу. Офигеть, сколько тут места. Давайте. Три слоя. Один, два, три, а тут ровно 6. Ну, как бы в 2 раза больше. Замечательно. Фу, я доволен, потому что это очень круто, что мы наконец-то столько всего сделали. Так, ну что? Что я еще хотел? Зачем я добыл вот эту шерсть и вот эти печеньку еще одну я добыл? И что я еще добыл? А, ну вроде все. Я не помню, как делается вот эта хрень. Ребят, это на секунду, мне нужно включить гейммод, потому что... А хотя нет, не нужно. Сейчас, ребятам... Вот она. Вот она, вот эта фиготня. Железо, ага. Это круто, это нужно себе сделать. Я уже, в принципе, запланировал. Тогда вот это... Вот ровно вот так, допустим. А что еще хотел сюда выложить? В данный момент, что нам не нужно? Ну, пускай будет вот это. Ну и вроде все, да? А что я шерсти хотел сделать? Зачем я добыл шерсть? Ребята, кто-то помнит? Хрен его знает, нужно потом будет посмотреть. Так, ну что? А, ну я не взял редстоун и железо. А зачем мне нафиг шерсть добыл? Вот это я вообще не представляю. Давайте, в принципе, возьмем вот так, да и все. И один редстоун. Ух, дождик. Так, быстренько. Вот так. Печенька вроде вот так, потом железо вроде вот так, и вот это вот так, ага. Короче, я, ребят, забывака. Ага, я понял. Я переборщил стеклом, там не нужно. Я понял. Так. Замечательно. Куда? Это, наверное, знаете, ребят, мы поставим на кухню. И сюда, допустим, давайте выложим. Ну, что сюда можно выложить?
Печеньки, конечно. Что сюда еще нафиг можно выложить? Ребята, кто хочет, идите забирайте. Печеньки это я специально для вас сделал. Так, но и так, ребята, нам нужно на секунду включить гейммод. Потому что я хочу сделать специально какие-то вещи, чтобы вам показать, чтобы, в принципе, это было круто. Но я забыл, что я хотел сделать, честное слово. А, вот что я хотел, я еще вот это хотел сделать. Спрус, оак, ну давайте, в принципе, оак. Не, ой. Вот, нет. Нет, не вот это я хотел сделать. А чуть ниже я хотел сделать, что... Вот, вижу. Ага. Вот зачем я шерсть добыл. Полублоки, блок, шерсть. Ребята, это тоже запомните. Через пару минут не скажете, а то я забуду. Вот так. А, блоки. Джанглинское я не хочу. Давайте вот это возьмем. Ага, выключить. Вот так. Фу, сейчас мы, ребята, дизайник себе захреначим дома. Вот так. Ну что, потопали, ребята? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, пускай будет. А что? Давайте сразу сделаем, ну, где-то... Сколько тут хватит? 4, 5, 6, 7, 8. Ну, хватит пока что. Это сюда, это сюда. Фу! Ну что, ребята, куда мы это будем ставить? Дайте, я не знаю. Ну, сюда можно картину, как вы думаете? Мне кажется, тут будет классная картина смотреться. Тут у нас печенька на этой стороне, поэтому сюда ничего. Хотя, нет, кончено. Согласитесь, ребят, что там... А вот так лучше, так намного лучше. Сойдет, дальше. Вот сюда, в принципе, тоже по приколу, знаете, можно запиндолить куда-то, если... Ну, тут, в принципе... О, вот так можно. И знаете, что мы туда поставим вообще, ребята? Там у нас где-то книжечка. Хотя я не знаю, есть ли у нас книжечка какая-то. Есть. В принципе, это нам, ну, в данный момент не нужно. Ну, зачем? У нас есть крылья. Это чтобы уменьшать вроде урон от падения. Но у нас есть крылья, поэтому сейчас это ни к чему, мне так кажется. Ой, точно это нужно. Вот так. Вот так. Вот так. Класс. Мне нравится. Дальше. Что нам на кухню поставить? На кухню можно, может, я не знаю, еду, допустим. Так, тогда открываем, ставим, закрываем. То есть на кухне. Замечательно. Так. И сколько у нас еще там есть? Еще 5 штучек. Ребят, куда мы их можем поставить? Вообще, для чего? Тут можно картину, или тут... Фиг его знает. Тут, да, тут, наверное, картину. Ребята, предлагайте свои... Давайте, допустим, сюда. Я не знаю, что тут будет. Наверное, покеболы, ну давайте попробуем. Опа, дождь, ты когда-то там прекратишься? Нет, нафиг. Хотя я не знаю, честно. Допустим, вот так, и, допустим, вот... Джезбол... Фиг его знает. Давайте вот так. Открыли, да? Положи. Хотя это боком смотрится, это не очень, если честно. А ну давайте посмотрим, как это боком будет смотреться. Ну хотя, я знаю. Пускай будет, что ли. Во! Класс. Фу. Тут еще нужно 3 штучки. Ребята, еще дизайник дома. Зато мы сделали уже кучу покеболов, и нам уже хватит на очень большое нафиг время. Мне так кажется, чтобы ловить покемонов, да? То есть, да охренеть, сколько мы покемонов зловим. Конечно, в гости, без спроса. Там дождь еще... Я хотел как раз идти спать, да, но сейчас нет смысла, так как день. Что-то колбасит текстуры, ребят, смотрите. Только что они танцевали... Уже вроде нет. Вот тут еще нужно что-то. Короче, ребят, я в данный момент не хочу дождь, честное слово. Веазер клир. Ху-ху-ху. Ну что, ребята, я хочу, знаете, что еще сделать? Словить селеби. Да, но это я бы хотел, но все же это в данный момент не получится, потому что селеби зараза. Зато мы можем собрать цветочки и посадить. Ну и вдруг, в принципе, селеби заспается. Вдруг, да?
я там вижу босс, ребята, но мы пока что не будем туда идти. О, Меганиум, здрасте, мордасти. Ух ты, ну 48 уровень, в принципе, ни хрена себе, можно. И знаете что, ребята, в этой серии мы выложим Пласла и возьмем кого-то другого. И в следующей серии я буду добавлять людей в музей. В этой серии, извиняюсь, не буду, потому что я уже говорил, почему. В предыдущей серии. Если кто не знает, может опять пересмотреть. А повторять я не буду, потому что уже хватит говорить о музее. В следующей серии, все, что последнее, что я скажу, в следующей серии я добавлю не 3, не, а может даже 6 или может даже 10 людей. Потому что, ладно, так уж ебать, повторю. Повторюсь, мне кажется, лучше добавлять раз в 3 серии 10 людей, чем добавлять каждую серию по 3 человека и каждую серию вспоминать про музей. А то, знаете, серии, вот этот сезон Пиксельмона более сосредоточен на этом музее, когда мне в голову пришла эта идея, чем, ну не знаю, чем на самих покемонах и на самой прокачке. Поэтому, чтобы избежать вот этого и чтобы меньше упоминать о музее, мы не будем, наверное, добавлять каждую серию по 3 человека, а лучше каждые 3 серии по 10 человек. И, в принципе, это выйдет одно и то же, даже на одного человека или на пару человек там больше получится. Поэтому, мне кажется, ребят, как раз так нормально будет. Я думаю, все согласны и все, в принципе, меня поддержат. А Селби паскуда никак не хочет вылазить, но ладно, не хочет, так не хочет, зато там у нас босс есть. Да, даже босс троллит нафиг, Шакл. Иди ты в жопу, Шакл. Так, ладно, ТП. Опа, опа, опа. Так. Уже, в принципе, чай заканчивать можно. Давайте еще цветочки расставим, чтобы было красивенько. Красиво, красиво. Так, сейчас еще давайте. О, как непривычно вот это наверху там видеть. В принципе, еще сейчас посмотрю. Посмотрю, ребята. Вот танцует, видите, ребята, танцевали только что. Шерсть у нас еще есть, поэтому можно будет сделать картины. Так, ну что, ребята. Фу. Так, ладно. Хотя, я не знаю, честно, что идти делать в данный момент. Что первое, точнее, сделать. Давайте. Так, одну сюда. Это уберем. Одну сюда. И я не знаю, честно. Оранжевое, белое. Значит, лучше, наверное, вот так, что ли. Оранжевое, белое, желтое, ну, в смысле, цвета вот этой. Цвета цветов, да. Замечательно, тут вроде больше ни хрена нету, поэтому можем валить. И нас, у нас еще вроде есть вот тут, да, в нашей спальне. Что я еще в спальню хотел вот сюда поставить? Я не имею ни малейшего представления. Может нам еще одни сделать, как это? Печеньки, чтобы для всех печеньки хватило. Так, вот сюда еще, да, давайте добавим. Вот так. Печенюшки, печенюшки. Знаете, что я еще крутое видел, ребята? Я надеюсь, вы тоже будете рады вот это сделать. И, в принципе, это вам понравится. Знаете, что я там еще видел? In the battle. Или... Battle. Вот! Короче, корабль в бутылке. Мне кажется, это будет круто. Только тут нужно вот это, наверное, ребят, все-таки сделаем в следующей серии, потому что, видите, это нужно. Я, наверное, к следующей серии это подготовлю, или, в принципе, сам потом сделаю, чтобы вам мозги не пудрить и опять за этим не идти. В следующей серии это сделаем, и сделаем еще парочку, всяких дизайнерских вещей, и потом уже, наконец-то, пойдем ловить покемонов, потому что, как вы видите, болов у нас сейчас до хрена. Так. Ну сюда еще, знаете, сюда действительно еще можно, наверное, сделать вот это. Или вот тут бутылку поставить с вот этим, с кораблем. А на стол еще еду можно сделать, там тоже есть. Или, знаете, был бы у меня ковер, я бы постелил, вот, ну, в смысле, поставил, было бы круто, наверное, но сейчас нету. А сюда можно, наверное, еще печеньки сделать. И вот сюда еще ковер. Вот тут начинается, и, в принципе, до сюда, да? Это уже потом, потому что... Хотя... А какой сюда цвет подойдет? Наверное, красный все же. Допустим, вот тут. Тут места, конечно, мало, знаете, поэтому... Я не знаю, ребят. Сейчас давайте попробуем. Цветов у нас нету, как всегда. А две штучки. Хрен его знает, честно.
Давайте одну возьмем, попробуем. Ну, хотя бы давайте две, да и все. Еще будем париться, да. Вот так. А как это нахрен делается? Я, короче, ладно. А, вот. Да твою нафиг. Вот. Но это и так не хватит. Там вроде 1-2, там нужно... Ну, да ладно, пофиг, что будем. Твою мать, не хватит. Ну, ладно, потом, если что, там у нас босс легендарный. Нет, легендарный. И легендарный, это, короче, ребят, самый лучший босс вроде или какой там. Опа. Вот так еще будет лучше, да. Вот так еще будет лучше. Давайте быстренько еще слетаем, чтобы не париться. Вдруг Селеби... Ой, извиняюсь, ребят. Чё-то дунуло. А вдруг Селеби нафиг еще вылезет? Это, конечно, шанс один, не знаю, со скольких. Я, если честно, ну я не знаю, почему я хочу Селеби. Она вроде не такая сильная, но... Или он, ну или она, фиг его знает. Но все же, ну просто прикольный такой, знаете, няшный, что ли. Так, быстренько вот это соберем. И потопаем, чтобы не задерживаться нафиг. Вот так, быстро. Опа, опа. И все, ребят, в следующей серии мы начинаем уже ловить покемонов. Много, в принципе, даже всех подряд, можно сказать. У нас, конечно, сейчас дайте вот сюда. Сколько там? Ну, 1, 2, допустим, 3, 4, 5, 6. 1, 2, вот так. У нас, конечно, не хватает. Точнее, не хватает. Не то, что не хватает. А у нас в команде, смотрите, ребята, какие. Метан, Гларвеста. Вот этих покемонов нам еще реально очень долго качать. Вот так. Но если вот тут это хрень, потому что, смотрите. Это не очень сочетается. Оранжевый и тут с оранжевым. Походу это просто... Лучше забрать, если честно. А хотя вот это нормально. Вот так, да? Да и все. А потом что-то другое придумаем или поменяем вот это на желтое, на... А ну белое может. Вот так, да, допустим. Опа, 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 опа. Во, белое еще лучше, как бы понятно, что скатерть, да? Я не знаю, ребят, вот с этим что еще делать? Куда это можно поместить? Ну, допустим, вот сюда. Только что сюда? Сюда можно еще картину, да? Ради прикола. А как нафиг... Ну, картина вроде... Я помню, как делается, но я не знаю, сейчас ее делать или нет. Ну, давайте так уж и быть, мы быстренько захреначим. Ребят, не забываем то, что давно уже, в принципе, две серии не было за один день. Я не знаю, почему. Вдруг вам, не знаю, что ли... Уже разонравились две серии в день Пиксельмона. Но все же предупреждение, то, что если вы хотите... Ага. Потому что мы тогда в шахте были, я забыл включить или что... О, как раз. Хотя, предупреждение то, что, ребята, если эта серия набирает 500 лайков, то новая серия Пиксельмона выйдет еще сегодня. Поэтому, ребят, не забываем ставить лайки, если хотите, чтобы сегодня вышла еще одна новая серия. Так, чтобы что сюда еще можно поставить? Ну, в данный момент, вот одна штука еще осталась, я не знаю. Но тут если корабль будет, тут еще что-то. Нет, тут это уже лишнее, вот тут уже реально лишнее. Вот тут, например. Или где-то. Ну, хотя пускай потом, короче, потом, если что, придумаем. Ребята, на этом, наверное, мы уже заканчиваем. Вот тут я еще забыл цветы поставить, я это только сейчас увидел. Ну, ладно, короче, потом разберемся. Это, я не знаю, но вот это давайте еще быстренько куда-то зашпиндолим, чтобы глаза не... Не-не-не-не-не-не-не-не, куда? Да, короче, пускай будет, тут потом поменяем. На этом, ребят, мы уже, наверное, заканчиваем. Берите печеньку, кто хочет, предлагаю вам. Еще такой небольшой дизайнчик, который мы сделали в этой серии, наверное, в данный момент, точнее, после этого мы уже меньше будем делать дизайн, потому что этого уже, ну, в данный момент хватит, мне так кажется. Сейчас нужно заняться чем-то другим. А чем мы займемся, ребята? Мы сделали кучу болов, это нам дает возможность ловить кучу новых покемонов. Мы сделали большой синенький бэкпак, так как многие были за синенький бэкпак. Сейчас мы можем идти на много боссов и не возвращаться домой, потому что вещей можно складывать достаточно много. И вот сейчас, ребята, как раз нафиг сейчас
У нас начинается большая охота. Большая, ребята. Поэтому приготовьте, что мы будем ловить, мне так кажется, много покемонов. А, и перед тем, как закончить, давайте еще выложим пласло. Потому что, в принципе, 300-ка, ровно 300-ка новых болов, левел даск и квикболов, мне кажется, хватит на большое количество покемонов, если, конечно, опять нам не попадется какой-то конченый паскуда мантинка, на которого нужно будет потратить пару стаков болов, чтобы он нафиг словился, но он и так не словится. Поэтому тоже нужно смотреть, какие там чудики нам будут попадаться. Мы выкладываем пасло. У нас есть кто-то еще электрический, кроме эмолги? Потому что, ну, не хочу я сейчас эмолгу, честно. А с первого бокса вот кого. Магнемайта, ребята. Мы еще даже магнемайта не прокачали. Иви. Иву мы сделаем ночную. И... Нет. Кого я там говорил? Ну, потом посмотрим. Магнемайта потом... Вместо магнемайта мы желтиона сделаем. Когда его прокачаем, мы прокачаем вот эту Иви. А потом уже худ-худ-та, худ-худ-та и вот этих всех других. Ребята, давайте на этом заканчивать вот эту серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Я надеюсь, вы рады. Я надеюсь, то, что вы меня поддержите лайком. И, в принципе, если хотите тоже увидеть еще одну новую серию Пиксельмона сегодня. На этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока, песик. Пока.